Так, привет, YouTube. 15 января, день следующий. Одна уже была поймана Аудрисом. Тут за жаберную крышку зацепилась. Ну вот такая мелочь, вот на такой воблер. О, хорошая! А так возьмешь? Да, взяли уже. Ну это да, уже чуть поменьше. Ну так там эффектно выглядит. Если уберите сюда поточку. Тогда с этими крючками идешь. Бля, у меня даже весы. Теперь у тебя весы есть? Сейчас. Так, откуда начать вытаскивать крючки? Ну все. Ты опять фотоаппарат не брал? Не. Это тоже GoPro, нет? Не. SD-кам M20. Как это? SD-кам M20. То же самое, как GoPro 3 или 4. Я думал, только... А это поменьше. Возьми на лид. Она скользкая. Перчаток нет. Эй! Ну, здесь у меня. Ну, давай. Лейла. Это должно укусит. Кого? Что это? Она скользкая, охренеть. Снопи. Что там показывает? Опа. Показывает 3. Нормально, отпускай. Надо как-то... Ну ты на землю отпусти, а я уже отпущу дальше. Дай. Вот ты отпускать, мастер. Ну, смотри, как красиво, смотри. А как ты? Как это? Как ты? Канат творит чудеса просто по крупной рыбе. Да, большая. Она большая. Андрюха, давай лип-гриб. Да смотри. Такая же, как та. Да нет. Бывает просто самец. Давай лип-гриб. Самец бывает. Более активный. Вот мы когда-то на вот нересту ближе. Ну что, мои преждевременные выводы по этому воблеру. Супер! Летит хорошо, ловит хорошо. Прошло только 5-10 минут.
И главное, что размер, понимаешь? И размер покрупнее, конечно. Да, не такой уж мелочь. Все-таки с этими маленькими мы только мелочь собираем. Ну, сейчас ты мелочь берешь. Хрен с ним. Ну что, дотянешься? Ну ты смеешься. Вон туда ногу поставь. Да не, нет, ты держи вот тут. Каната, каната. Как она мне нравится. Так, так и держи. Сейчас я. Тут опять тройка. Все, вытащу крючки. У меня видишь, он крантится. Как говорят. Да. Под низу. Курва. Вот эти четыре. Ну-ка. Сфоткаться. Да, да, сфоткай меня, а то прошлую не сфоткали. Сейчас, секунду. Лила, ты где? Будешь играться с рыбой? Рыба размером... Ну, что ты ее облизываешь? Она вся в слези. Ай, красота! Коля, иди на другой канал. А то нам нифига не будет. А, надо воблеры нужные покупать, оказывается. Да я видел этот канал. Сколько я тут... Я 5 рыбалок на этом канале с мелкими воблерами прошел. Ну как с мелкими? Со 130-ми. И ничего. Подожди, давай взвесим, нет? Думаешь? Прямо слип-гриппом не хочется. А уже надо отпускать ее. Чуть поменьше это должно. Поменьше? Да. Если иметь в виду лип-грипп. Это где-то 2,5. Пошла красивая. Итак, каната. Что хотелось бы сказать. Я на этом отрезке ловил по 12 щук за одну вылазку. Отрезок небольшой, наверное, 2 км. Вот. И... Но ни одна из этих всех 12 щук, которых я поймал на этом канале, не была таких размеров, как вот сегодня. Две щуки. То есть каната действительно укрупняет. Ловит покрупнее рыбу. Ну да, размерчик подходящий под хорошую щучку. Так вот, можно пару протяжек сделать. Можно небольшой твичинг. Главное паузы. Берет на паузах. Ну или сразу после паузы. Вот. Так вот. Не, перекрутил воблер, но поклевка была. Я видел по кончику удилища. На паузе как раз остановил. Видимо, какая-то некрупная была. Крупная поувереннее берет. Хорошая. Ну и смотри, видишь, у него же небольшой. Думаю, поставлю поменьше тоже. Тебе надо осторожно слушать друг. У тебя... А, не крупная. Е, поздравляю тебя. Второй. Со второй рыбкой. У тебя мягкий спиннинг, если такую так. Ну так. Короче, мы сейчас под холю будем пасать. Мы сейчас будем под холю пасать. Это же вантен, да? Я поставлю этот маленький вантен. Ну пауза была такая длинная. Да? Ну я говорю, надо
Пауза нужна хорошая. Лила? Малюсенькая. Но. Ну, у тебя так Лила. Удочка складывалась. Тут. Лила? Лила, смотри, рыба. Не, ей что-то уже все. Человек тонет. Да? Смотри. Человека надо спасти. Она с этим человеком уже задолбала на этом канале, эта собака, вот постоянно его. Не, Снупи, не надо нам эту куклу. Грязная. Разорвали на части человека. Опять на паузе взяла. Каната творит чудеса опять. Маленькая, да. Ну, крючки, конечно, у нее такие супер острые. И бородка большая. Трудно вытаскивать. Ну, вот, все. Вот такая небольшая щучка. Вот такой вот воблер. Да? Собакам весело. Все, пошла. Есть. О, блин, хороший. Вот так каната ловит. Просто два тычка сделал после заброса. Ну, поменьше, чем были. Где ее припарковывать? О, хорошо, когда помощь есть. Спасибо вам. Так. Что, пятое сегодня? Ну что, домой? Все, поцеловал? Ты хочешь ее поцеловать? Да, все. Пошла. Как тебе Снупи, тоже нравится? Так выходит. Щука голодная. Щуке нравится крупная добыча. Есть? Иду. О, как у тебя фрикцион пашет. Может, подзатяни чуть? Спиннинга она хороша. Еще, блядь, и свечку делает. Она активная курва. Слышишь? Еще и до ней растет. Не хочу, чтобы она сломала мне палку. Ага. О! Так это крупнее, чем у меня. Не спеши еще. Заглотила она, наверное, по самые жабры. Главное подвести, не сорвать лес. Собаки. Бля, тут же глубоко. Смотри, и небольшой этот самый джеркбейт работает, да? Нет. Ты все на тот же? Да. Ой, крови у нее. Да, воблю жабру. Лила, отойди. Это больше. Так, матом не ругайся. Ой. Давай, смотри, занимай. Мои поздравления. Блин. Тут здоровая, блядь. Да, в жабрах. Оба крючка. Да, вынимай давай. Чтоб меньше. О, отлично, освободили. Ну что, надо взвешивать? Давай, Одри, свои весы.
Нам она за лип-грипп не хватает. Лип-грипп грамм 400. Кровище. Даже не 400, меньше. Ничего, 300. Выживет. Там не, нет, не страшно, небольшие повреждения. Ну, 3500, считай, почти. 3400. Отлично. Каких. Пару кадров. Да, вот, давай так. Спасибо, малыш. Малыш. Ну, хороший, хороший, да, малыш. Наконец-то Андрюха поймал. Ну, не одна каната ловит. Ее! Ну зато рыба. Ну 60-кой ловил так. Может, я тут выниму так. Ну размером с каната. Ты можешь ее закинуть на приманку. Ты поверь, кстати, если такую десятку ловить, так на нее и ловишь. Грамм 250. Зато смотри, как легко снимать. Да? Это уже кушать ее хочет, тихо. Ну что, оборвал я свою канату. Ловили мы на том берегу, я сейчас перешел. Я закинул на этот берег, куда-то в прибрежную траву. Вот вопрос, найду ли я сейчас. Вытащить я не смог. Лопнул поводок, скорее всего, потому что застежка осталась на леске. Вот, ориентир я брал. По-моему, вот то мохнатое дерево. А вот и он. Вот так я его и достал. Снял, поддел за крючок. Он, оказывается, ни на что не был зацеплен. Сейчас посмотрим, что оборвалось. Поводок на месте. Ну да. Лопнуло соединение поводка. Ну, вот вылезло. Пора заканчивать рыбалку. Подведем итоги. Каната, конечно, супер. Опять я говорю это слово. Но и Baby Jerk, который был у Аудриса, тоже показал сегодня. Он поймал 4 щуки, и последняя была довольно крупная. Я постараюсь поставить фотографию той приманки, на которую он ловил. Это маленький джерк был. Тоже неплохо поймал. Ну, каната, конечно, сегодня вне конкуренции, как и вчера. Все. Кто смотрел, всем спасибо. Всем пока.